Rexton. Замена игольчатого подшипника на капролактановую втулку. Вот здесь должен стоять игольчатый подшипник на гранате. Вот в этом месте. То есть получается, я снял, сбил нижний рычаг, верхний рычаг, снял цапфу, вытащил гранату, снял цапфу. Так как подшипнику пришел капец, посадочное место вот здесь вот на гранате и здесь на цафе разбито, то есть ставить новый подшипник игольчатый нет смысла, его опять раздолбает. Вытачивается вот такая вот втулочка, чертежи у нас на сайте sanyong.kz через тире, вот, и ставится вот сюда, и будет все работать.